Спонсор этого ролика 1xBet, самый надежный букмекер, тут большие выигрыши и быстрые выплаты, а также помимо спортивной рубрики есть киберспортивные дисциплины. При первом пополнении 1xBet дарит вам 6500 рублей. Подробности комментарии под видео. Я на самом деле очень давно не смотрела нарезки вообще, наверное, супер давно прям, очень давно. Это парень Денли? Блядь, ебать. Денли есть парень? Я играла в эту игру, она, кстати, реально страшная. Да, блядь, сука. Человечество. Что, Хесус без очков? Он так ходит? Какую душу. Нормально такой тайминг сейчас был. Так они там разъебали всех, что мы сейчас, блин, блять, будем? Так их там мало. Сюда иди. Привет, Чили, все хорошо, спасибо тебе огромное. Я... У меня нет на Discord сервере, он не мой. Спасибо, дядя. Обожаю Осы геймеров на Твиче. Вот именно поэтому. Ладно, стриму конец, всем пока. На сегодня... Все. Смотри, знаешь, когда я пришел к врачу и говоришь, что у тебя хуй не стоит. Не знаю, мне больше забавляет его реакция. Ты такой просто. Мне кажется, что если Мунрин будет онли сидеть и смотреть видосики на Твиче, то он это самое. То он станет вообще. Будет собирать 10 онлайн everyday. Привет, огромное спасибо. Мне спасибо. Я уже планирую скоро снимать, поэтому. Поэтому в рот и поздно как-то. И сейчас кара в голову на ходу, а? Что это значит? Сука. Корейская хуйня. 1995-е. Они что, переехали? Чё у них с хатой? Что, не получилось? А как надо? Я не знаю. А как ты это Ира делала? Она что-то... Она, короче, во рту прям, по-моему... Я не помню, что она делала. Как это сделать вообще? Нужно вам столько много рассказать, потому что здесь такое происходило... Такое происходило, меня так накрыло. Причем солнце, космос, все радуясь жизни, но так скучало по вам, что просто ошалело в одиночестве. Если бы вы знали, как я рада вас видеть. Я всегда говорю, Амина лучше, лучше всех. Я скучаю по вам, мои дорогие, что невозможно ничего прочитать. Я ему говорю, короче, типа, Никит, там, короче, чат будет лететь очень быстро. Вот, поэтому это самое. Ты не, ну, скорее всего, не будешь почитать, но ты считай. Типа, взаимодействуй с чатом, не просто сиди АФК. А он такой, типа, когда зашел, он думает, жесть, чат летит, а потом я сказал, я вообще ничего прочитать там не смог. Я хотела... Ты кто? Ебать дракона! Это в натуре так мемно выглядит! Сириуса следим за вами! И увидели, здесь такая движуха идет, решили направить агента. Я агент, я бать дракона. Сириус держит все под контролем. Давай. Чуваки, ну вы заценили хоть этот контент? Мне кажется, что это очень годно. Может быть, я постараюсь как-то в будущем привлекать подобных персонажей, как бы на Twitch. Полную свободу. Игра, блядь, сломалась. Мне кажется, это очень жестко. Мне кажется, это историческая хуйня. Вот что-что, но мне кажется, вот этого никто не ожидал вообще увидеть. Не знаю, как все проходить. А ну посмотрим, здесь можно быть?
Нет, отлично, значит, ответ. Мы, кстати, так и не доиграли в эту игру. Где-то здесь в комнате. Мне нужна подсказка. Спасибо, боги! Пиздец. Номер вашего заказа 999. Сейчас наберу. Ого, а что тут за сходка подписчиков? Ля, кому-то за... А, я себе звоню, ебать. Алло, алло. Я с тобой разговариваю, блядь. Алло, нахуй, светло, блядь. Что за худаки у них прикольные? Типа он тупой? Что это? Что это? Что это? Что за футбол? Это видео про то, как делают нож! Что? При чём? Всё, выходите. Хочешь забрать? Что? А, хорошо. Давай, забирай. Давай. Пока. Пока, ребят. Блять! Решил проверить. Но это футпорт. Мне кажется, футпорт тоже можно забанить, в принципе. Обман это, вранье. Враки. Или на самом деле ли это все работает? И как мы видим, ребята, это не вранье. Это не вранье, ребят. Ничего себе, актерчику подцепил. Это не вранье. Схема рабочая. Здравствуйте. Вы от LG компании, да? Да, все верно. Рабочая. А чё они все пиарят эту штуку? Жесть, парни, я бы сама такую заказала. Я видела у Marple в истории. Жесть, это очень жесткий маркетинговый ход, я считаю. Схема рабочая. Не вранье, не враки. Вот. Так что, чтобы вы понимали, ребят, если вы покупаете мониторчик, то вам еще бонус-код. Бонус-код на консьерж-сервис. Ой, извините, а не могли бы вы, вот я фломастер уронил, поднять? Ага, спасибо. Мне кажется, я вовремя. Спасибо большое. Ой, опять уронил. Ой, что-то руки не держат. Блин, это издевательство. Не знаю, как на это реагировать. Как бы это очень мемно, это смешно. Мне даже смеяться не хочется. Ну, то есть, почему-то, чего вы ржете? Это же супер аморально. Это супер аморально. Чуваки, не смешно, но не смейтесь, но будьте людьми тоже. Что-то, у меня что-то руки затряслись. Что-то руки трясутся. Он даже не знает, правильно что там. Правильно сделал. Я вообще слух тела так буебала. И он все равно пытается спиздить. Такой ты жук, собака. А чем пытается украсть? Ты хочешь лук? Я вам сейчас вам покажу. У него миска просто до краев наполненная стоит на кухне. Это лук. Что предпочтешь? Он его ест. Даже ты дурак? А что собаки будет, если он лук съест? Барни, может, проверим? А это он не хочет. Оп! Дырочку! Дырочка, дырочка! Чё за игра? Я все время вижу, когда смотрю момент и спрашиваю, чё за игра? За что вас осуждаете? Собак страшная, вот эта дырочка! Я, кстати, вот я ору с того, что мне тип сегодня целый день писал, говорит, ты докажи, что iPhone лучше, вот докажи, вот где ты это берешь, где эти факты? А сейчас пишет, а у тебя бывает такое, что ты посрал, у тебя жопа идеально чистая, ебать. Вот он, ебать, вот он, нахуй, лицо вскрылось, нахуй. Ну, признавайтесь, бывало, нет? Спасибо за донат, бро. Признавайтесь, бывало такое? Всем давно понять, пора на земле ликуя. Нету хуя без добра и добра без хуя. Пароль тоже, пароль. Боже, я
я не знаю, как у него это в голову лезет. Он гений, я вам клянусь, этот человек, это я вот сидела рядом с этим человеком, и этот человек гений. Помимо того, что он ебать драконов, он еще и гений, вы понимаете? Он реально гений. Вот я могу вам сказать с уверенностью, человек, который с ним сидел рядом. А за это не забанят? Оно откуда-то брызгает, блядь. Это шум дырявые гондоны мне делают. Спасибо за сообщение. Здесь он лох. Все хорошо, спасибо. Блядь, оно горячее. Знаешь, мне кажется, вот единственный стример, который так может, это только Братишкин. Больше никто так не может, мне кажется. Это ролик короткий, прям супер короткий. Супер короткий ролик.